В городском округе Люберцы реализуется региональная программа «Народные тропы». Она действует в Московской области с прошлого года и включает в себя обустройство пешеходных дорожек в местах, где были протоптаны стихийные маршруты. Подробности далее. От 6-го дома на улице Некрасова до 9-го на Лорха. Стихийная тропинка, которую протоптали жители Коренева, совсем скоро станет комфортной пешеходной дорожкой. Ее протяженность 215 метров, а площадь более 400 квадратных метров. Для людей будут созданы условия беспрепятственного прохождения вдоль непосредственно вот этого пруда, доступ к детским площадкам и к жилым домам. Сейчас ведутся работы по разработке земельного корыта. Далее идет установка бордюрного камня, отсыпка и подготовка к дальнейшей асфальтировке. Техника и люди начали работу на этом участке 2 дня назад. Уже через неделю жители все так же будут передвигаться по своему привычному маршруту, но уже по обустроенной тропинке. Андрей Юрьевич поставил задачу вот эти тропы, где люди протоптали, их заасфальтировать, превратить в тротуары. Мы еще здесь и поставим освещение. Я думаю, станет значительно удобнее. Ну, я думаю, что жители, когда тротуар будет, это все отметят. Всего в этом году на территории городского округа Люберцы обустроят 13 народных троп. 6 в поселке Красково и 7 в Малаховке. Работы на всех участках завершат к концу августа. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.